Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Эмиральд, Вика, и я. Меня зовут Мэйзи. Еще предстоит выяснить, кто из нас в Эмиральд. Ты или я? В смысле? Ну, ты же назвал себя Эмиральдом, ну ладно. Стрёмные приключения. И мы, короче, построили вот тут вот такой живой уголок. И Нейзи со мной построил совместно вот такой живой уголок. Эмиральд какой-то странный. Крипипаста мобами. Монстриками из крипипасты. Вот они такие маленькие все. И вот это, смотрите, как сказать, веселая такая альтернатива домашнему Джеффи и Джеку. Да, вот они теперь тут все время прыгать будут, как прыгать. Нейзи, подвинься. Нейзи, подвинься, я все хочу прочитать. Монстриков из крипипасты. Да, вот так вот приятно и мило. Тут, ребята, на Джеффа, да, он так смотрит на тебя. Да, а щит-итер... Ой, это не щит-итер. А где... вот он тоже отвернулся. И Рейк в конвульсиях просто прыгает. А помнишь, мы когда его в эту клетку посадили, он там под землю ушел? Я помню, это, конечно, печально. Ну, он бегал так. Бегал и добивался. Стоп. Да. Значит, чем мы сегодня еще будем заниматься на изи, кроме того, как смотреть на этот террариум? Мы, значит, попробуем что-нибудь найти, не знаю, погулять немножко по миру, там, порубить всякой фигни. В этой серии мы не будем делать технику, так как, ну, я еще не пофиксил, там вылетает, ну вот. К сожалению, бывает такое, да. Так. Камней разбросали. Перед съемками они тут кидались камнями этими, господи. Мы тут немножечко играли на самом деле. Слоник какой-то. В камень какой-то, не знаю. Так они меня кирпич мы играли. Ух ты. Слушай, Эмиральд, подойди сюда. Ну, что? А что из этой комнатки можно сделать? А из этой комнатки диспетчерскую, например, или кладов. Там будет Вика сидеть такая... А прием. Петрович. Привет. Господи, напугал меня. Знаешь, как это было стрёмно. Да, это было стрёмно, конечно. Так, что мы будем делать? Ай-яй-яй. Ты так прыгнул, знаешь. Паркур! Фига себе, панды смотрят. О, панда, привет, панда. Он что ты нам расскажешь? На пятой точке плавает. Он левитирует, он, короче, этот, как его, он йог. Он Дэвид Блейн. Чёртов Дэвид Блейн. Интересно, что будет, если в него камешком запульнуть? Да ему пофиг, походу. Он, ему хорошо, он плавает. Оу. О, началось! Меня-то зачем? Проучить за жестокое обращение с пандами. А ты сам предложил это, так что. Пошли. Я просто спросил, а я же не просил, прямо бери и запульни. Ты сам это хотел сделать, ну ладно. Куда я пошли? Пойдем. Не, не решай! Окей. Давай прогуляемся, короче. Че тут, че тут? Где что? Тут? А давай посмотрим. Знаешь, вдруг что-нибудь тут интересное может быть. Хотя нет, ничего подобного. Вообще ничего тут нет. Чё, Вика? Норм. Так, значит, что у нас тут? Так, там у нас странные формы левитирующие. Стоп. Вон туда пошли, там, блин, у меня что-то мир нет. Тут что-то туман. Давайте за мной, короче. Я прыгнул, там вроде как ничего. Там лава прям, знаешь, водопад из лавы был. Может, коров поубиваем? У нас как раз таки нет. Погоди, там водопад из лавы был. Пошли за мной. Водопад из лавы. Да, реально там водопад из лавы. Ты вон, что это? Я боковым зрением вижу. Ай, тут акулы. А, это рыба обычная. Да ну нафиг, не может. Это рыба обычная. Так, оп, на тебе. И еще. Тут эта рыбка, знаешь, из этого мультика. О, дельфинчики. Так, сейчас я поубиваю коров. Тут дельфины плавают. Так, где еще коров? Стоп, это что такое? Там лошади. Это обычный камень? Офигеть, тут дельфины плавают. Опа! Ой, тут нет, не получилось. Реально, дельфины. Да. Фига себе они. Опа! Есть. Так, Нейзи с Викой там уже по полной программе приехали. Тут дельфины крякают. Реально, а там они кони. Крякают, понимаешь? Кони в жизни? Ой, какие кони. Дельфины. Кони, блин, крякают, да? О, тут рыбка из фильма про Немо. Ну, я про то, что и говорил. Прикольно, слушай. А, на этих лошадей. Подводный мир такой красивый тут у нас на самом деле. Я никогда не замечал, какой он красивый на самом деле. Кто?
подводный мир. А дельфины довольно красивые. Они не крякают, они как-то не знаю. Офигеть, енот на меня напал. Ты че? Главное, чтобы меня сейчас не зацепила лава. А то я очень неправильный метод подошел. Во. Вот у нас тут... Птички. Кейт. Пук. Флора фауна. Да. О, енот. О, енот. Смотри, смотри, что будет. Иди нафиг, енот. Ой. Извини. Фига с таким звуком сдох. Бейда есть, Нейзи? Я с собой не взял. А, на, хочешь крысу? Хочу крысу. Где ты? Вот. Крысбургер будет. Крысбургер. Хочешь еще крысу? Вкусно. Хочу! На, еще крысу. Крысбургер. Вкусно. Тут, кстати, реально можно. У меня такое лицо страшное. Как много лошадей. Ой, ё-моё. Я думал направо прицеливаться, я выстрелил. О, ребята, тут прям раскопки какие-то, не знаю. Реально. Посмотри, на что это похоже. Карьер какой-то. Пошли это греческий вниз. Город страшный. Пошли вниз. В жизни бы увидел, испугался бы. Так, теперь тут будут появляться спящие... Ой, спящие эти... Плачущие ангелы, да? Плачущие ангелы? Ты с ума сошел? Я боюсь, я не хочу дальше идти. Я установил мод на... Что? Смотри, Медведев оценит. Там это... Нефть. Офигеть, водопад там... из нефти. Офигеть, там нефть. Ребят, все, мы богатые нефтяники теперь будем. Нефтяники. Нефтяные магнаты будем теперь. Да, нефтяные магнаты. Погнали. А нефтяники это там, где нефть хранится будет. Да. Только смотри, в нее не нырни, а то будет очень плохо. Да, то будет как нашим первым неудавшимся летсплее. Я уже в нее ныряла. Я тоже. Ну, понятно, значит, ты знаешь, что будет. Я, кстати, выжила, все было нормально. Я вылезла. О, лошади все в нефть свалились. В нефть. А, ой, ой, там вервольф! Блин! Что? Черт! Быстро, строимся наверх! К нему! К нему? Ты, да! Ты дебил? А что мы будем еще делать? Стройся ох, наверх, залезайте! Сюда. Зачем? Ой. Черт. Ой, сюда, сюда, Эмеральд! А что, если нет? Что, если нет? Черт. На всех патронов не хватит. Погоди, где он? На, крипер. Кстати, как громко. О, нет! Темно. А куда я тут делся? Че ты экзамен? Понятия не имею. Он, по-моему, застрял в камнях и... И умер. Куда делся? Ой, там Пегас этот убогий. Помнишь, который меня испугал? Да, и меня, который постоянно пугает. Короче, давайте идите. А-а-а! Чё? Ё-моё! Вервольф! Ай! Отстаньте! Чёрт! Блин, подстрой мне! Где они? Ай, блин! Отстаньте, смарт мувинг не работает! Я с вами закидаю! Да меня-то не бейте! Быстрее! Где? Нет, меня-то за что? Черт, где лучник? Ай, гаддэмит, Ара, ты чё? Нет, 2 хп, спасите. Дайте покушать, Эмираль, дай пожрать. Патроны. Дайте всё съесть. Жри, чё хочешь. Чёрт! О май гад! Я вот лёд! Валим! Лёд, Эмираль, ты где? Иди нафиг, так откуда стреляют? Где этот... Где этот скелет? Оттуда выстрелил! Построй плинтус! Плинтус постой! Ура! Чёрт! Чё укает, зараза? Где он? Куда он делся вообще? А, вон он! Вот он внизу! Вот так я его сейчас забью просто до смерти. Убили! Всё, молодцы! Так, топорик мне отдай. Ай, где этот? Один! А, чёрт, Костик. Уйди.
Уйди. Черт, да ползи. Я камушку забью. Почему я не ползу наверх? Я застрял. А, все, ползу. Это было. Я на них все патроны потратил. Я, по-моему, голос сорвусь скоро так, если буду орать столько. Офигеть, ребят. Давайте возвращаться домой, мне страшно. Ай, крипер! А, уходи! Убил. Стоп. Жесть. Это что такое, это морг, что ли? Где морг? Там. Да, да. Это морг, там орг, а не морг. А, орг. Морг, блин. Да, это орг. Уйди. Чувак, у тебя есть эти самые факи? У меня один есть только. Ну возьми. Нет, там на это. Ладно, пойдемте со мной. Это жесть какая-то была. Это просто дикость. Это же, я не знаю, как вы только вообще выжили и остались адекватными. Ау, щит! А, что это? Это вообще робот какой-то. Сильвер скелетон. Сильвер, в прямом смысле Сильвер. Сильвер, реально его изи слить. Ты господи. Так. Окей, я пойду вперед. Мираль, ты бы знал, что это... Это была дикость, я сам это пострадал от этого самого. Так, окей, я... Лоу хп было, вообще. Вот там орк впереди, ты чё? Паук, паук, паук. Иди нафиг, паук. Так, орк. Ой-ой-ой. Он все? Слить. А я ему надамажил, потому что вначале. Господи, ну и... Песню упала. Блин. Чуть не выпало. Это что такое? Ох, смотри. Ё! Да, как? Зомби-лошадка? Что? Зомби на лошадке. Такое бывает вообще? Зомби-лошадка была? Не, зомби на лошадке был. Стоп, что там такое светится? О, слизь, слизь, нам нужна слизь. Там что-то светится, чуваки. Где светится? Тут светится, непонятно что. Я сейчас посмотрю, что. Да, это лава, по-моему. За тобой, Вервольф! За тобой, Вервольф! Уходи! Черт! Уйди, псина! Уйди нафиг! Уйди! В лаву его! Давай, в лаву! Давай, 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 давай! Я в лаву сейчас спихну! Молодец! Все! В лаву! Я... В лаву спихнул, да! Горит! Пес! Дайте покушать! Ребят, нет, все, идите нафиг вы, дорогие друзья! Я ухожу отсюда, мне страшно! Давайте, поехали. Давайте, валим домой скорее. Уже все патроны потратил. Это скелет. Блин, у меня вообще нет хп. У меня чуваки. Больше нет патронов. Валим, и еды нет. Черт. Черт. Скелет. Мать моя петрушка. Ай, ай, два хп, два хп. Черт. У меня тоже два хп, ё-моё. Давайте потом закопаемся и закончим тут, а? А потом давай. Нет, я не хочу. О, уже скоро утро. Да, сейчас рассвет будет. Да. А, что? Черт! Черт, куда нам идти? Где дом наш? Эмираль, ты куда вечно убегаешь? Мы должны вместе держаться. Я здесь. О, фух, я, кажется, выбрался. Здесь я это вот... где? Здесь это вот здесь. Ай. Вот там эндермен. Я вижу эндермена, а ты где? Черт, 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 черт. Сейчас рассвет будет. Вот вы, дорогие где? Друзья. Давай, иди к нам. А, во, вижу. Спасибо за кушание. Так, так. Господи, пошли нам... нафиг отсюда, домой. Да. Вышли на прогулку, называется. А, погулять. Да, испугались, не на шутку. Так, вон... я уплываю домой, вы как хотите. О, кажется, вон наш дом. Или где вон, он? Да, там наш дом, давайте за мной. Давайте. Блин, чуваки, по-моему... Зомби, ты с нами не появишься. По-моему, это одна из крутых серий самых в этом сезоне. Одна из самых диких и самых... таких, как сказать, стрёмных. И там, где мы кричали очень много. Да. А Вика вообще с каменным лицом, по-моему, сидела. Да, да, да. Не, как рожа из этого самого, из заставки телекомпании «Вид». «Вид»? Да. Мишаня. Вот кирпичная рожа. Ну что, Михаила убили? Страшная такая. Медведя? Михаила. Где медведи? Я медведя убил просто. А, окей. А, и, стоп, не туда, не туда, вот туда. Не, мы не туда попёрлись. Вон, видите? Вот, всё, пришли. Да. Так, пошли в ту, это? Там, где Вика должна сидеть, и там закончим, я думаю. Да. А, не, пошли лучше к этим, к монстрикам. Да.
в спокойной домашней атмосфере и закончим. Ага, да, господи, ну жесть просто какая-то. Он здесь есть. Окей. О, Кек Паша младший тут, да? Да. Да. Привет, Кек Паш младший. Офигеть вас тут, конечно, друзья. Ох. Так, ну что ж, дорогие друзья. Давайте подводить просто итоги. Это было просто эпично, как по-моему. У меня слов нет. У меня просто нет слов. Что это было, это вообще было дикость. Но это было круто, честно. Это было круто. Это было опасно. Что же? Это было, кстати, стрёмно. Очень стрёмно. Очень. А цикл-то называется «Стрёмные приключения». Угу. Да. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и лайки. А с вами были Эмеральд, Нейзи и Викос. Всем пока! Пока! Ну еще и монстрики, и скрипипасты. Да, вот они.